Давайте немного пофантазируем и представим на минуту совершенную новеллу. Русские новеллы суровые и беспощадные. Я уж молчу о том, что вообще основная масса потребителей визуальных новелл – это все-таки женская половина населения. Новелл слишком много на Западе. Рынок перенасыщается. Это конкурс визуальных новелл, где каждый может опробовать себя в роли автора небольшой истории, художника или даже музыканта. Но Терева – это перебор. И меня достало смотреть на этом канале на протяжении 3 лет. В такие моменты хочется запустить главное меню. Оно в полной мере выражает то, что я сейчас испытываю. Авторы явно не без чувства стиля вкуса. Решение об удалении принимает только администрация. Карантин за горами, не дорогая моя. Ни в одном другом банде такого не видела. И это если не считать русских разработчиков новелл к фэндам. Хватает закончиков с истеричными нытиками. Если ты не запишешь мне наш пенный контент с топовыми работами и общепризнанными судьями, обещаю, я найду любые способы, чтобы выстроить тебя отовсюду, где ты только есть. В данной ситуации сейчас это неэффективно. А могли бы и делать. Уже все послушала, они их итоги делают. Это вообще просто я не понимаю, это такая дичь. Я могла выбрана не только под влиянием Чернобыля. Почему должно быть хорошо? Ну вот зачем это, зачем можно сделать так? Только начинается. Давайте немного пофантазируем и представим минуту совершенную новеллу. Русские новеллы суровые. В этом ролике решил глянуть игрушку под названием Miracle Calamity. Короче, по-русски называется игра «Чудо-дерево». Miracle Calamity Homes Stasis. Игрушка вышла 29 ноября 2019 года в Steam, и она совершенно бесплатная. Это новелла. Это не совсем игра, это новелла. Давайте глянем, что это за игра. Почему она вообще бесплатна в Стиме? Какой смысл ее нахождения в Стиме? Что тогда получают разработчики этой игры, если она бесплатна абсолютно? Я хз. Но, судя по отзывам, эта игра стебется над всем и над вся. Над играми, над фильмами, над всем. Ведь кто-то это рисовал, придумал эти тексты. Зачем это бред? Придумать и заливать в Steam. Зачем? Для кого? Это все читать надо, этот весь бред. Тут еще все нарисованы в аниме стиле. Ненавижу аниме.
А кто эти имена придумал? Терносок. Блядь, сколько надо выиграть, чтобы придумать такое имя? Блядь. Тут еще мини-игры есть. Ну все, матрица, перезагрузка. Ой, бля, что курили автор этой игры? Я нейтрализовал кота и спас кучу человеческой жизни. Что? Да сука, постал и то менее упорота игра, чем это. Удалите это из Стима, прошу вас. Что это за шлак? Зачем это делать? Что это делать в Стиме? Кто тратил время на то, чтобы это рисовать? Писать эти тексты? Кто? Да я бы послал нахуй того, кто мне это предложит. Это рисовать и писать эти тексты. Зачем? Зачем этот бред в Стиме, сука? Перестаньте курить! Перестаньте делать обдолбанные игры, я прошу вас! Хватит переводить время и код и... Что там еще переводить, короче? Хватит засорять Steam таким бредом, блядь! Сука! Зачем такие... Я удивлюсь, если кто-то будет это все читать. Вот это по строчке. Вот эти тонны бреда, блядь. Это же жесть. Что за упоротая игра? Я так назову свой видос на YouTube. Эта игра должна быть удалена из Steam. Потому что она должна быть удалена из Steam. Просто должна. Это за бред.
бля! Вы знаете, что за ощущение? Как будто есть где-то, короче, какая-то компания, выпускающая игры, да? И у этой компании, короче, блин, сейчас я... Короче, есть компания, выпускающая игры. У этой компании появилось вакантное место на место разработчика. И, короче, руководство компании сказало, так, так как кандидатов на это место много, а место все одно, мы возьмем на работу того, кто сделает нам какую-то игру и покажет, на что он способен. И вот кто-то курнул хорошо травы, сделал эту игру и показал этой компании. И они такие, вау, как круто, мы берем тебя, чувак. А он такой, а что будет с моей игрой? А руководство этой компании говорит, а давайте мы зальем эту хуету в Steam. Пусть все поржут, раз мы поржали. И он такой, а давайте, и залили в Steam. Блять, сука, не надо, удалите это, срочно это удалите. Лучше это никому не смотреть, не играть. Это полный лютый трэш и бред. Я такого трэша и бреда не играл, наверное, давно уже в Steam. Это просто капец. Есть такая игра, как она называется? Блин. Хорошая пародия на GTA. Как же она называется? Пародия на GTA. Ну блин. Ну там еще с лапланчарами воюешь по городу. Там можно упорка персонажа создать. Так вот эта игра и тот не такая упорка, как эта. Это жесть. Короче, я завершаю свой обзор. Не играйте в это, не смотрите в это. Даже это полная хуета, жесть. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки. Я пойду. Пойду полежу, отдохну от того, что я увидел. Это моя психика никогда не будет прежней.